Вы знаете, мы, честно говоря, не акцентируем внимание на первой тройке. Первая тройка, которая у них играет, это говорить о том, что первая тройка, когда играет там 4-5 лет, которые доминируют. Вот поэтому мы не смотрели на соперника. Вот, и у нас не было права замены последней, как это делалось в НХЛ. То есть мы выставляли тех людей, которые выходили. Вот, и наша игра основана на контроле шайбы. Вот, и неважно, с кем мы играем. Вот, мы хорошие ребята, всех я хорошо знаю. Вот, и в этом плане не было особенного задания, чтобы кого-то там выключать, кого-то бояться. Потому что, ну, если мы будем бояться, тогда нам делать нечего в этой лиге. Поэтому мы просто играли в хоккей, вот, и хотели быть лучше в любых компонентах игры. Вот, но, к сожалению, концовка, видите, им чуть повезло чуть больше, чем нам. Да.